Юля, хочу писать. Знаешь, что Блять, делать. блять, все, не могу. Все, я убью кого-нибудь. Я сейчас собаку пришибу. Что, прям сейчас начинает? У меня утром болело, потом чуть полегче стало. Терпи, мразь. У меня задержка на 9 дней. Мне тоже была такая. Но это на смену климата. Ну, типа, сезон. Нормально сдвинулся. Думаешь? Да. Ебал говно. Пакет давно. Так, что у меня есть из бейсбола? Подорожник приложи. Сколько раз тебе говорить? Вон собака нассала, я просто обмотаюсь. Возьми, сделай примочку. Как это называется сейчас? Компресс. Мочевой компресс. Уринотерапия. Ой, фу, блядь. Ну, вчера, когда ебалом лежала, блядь, в моче, нормально было? А на живот приложить так фу, да? Как пить мою мочу, так, ой, как вкусненько. Майот просто. Кристалл. Все, иди нахуй, неинтересно, я пошла кому-нибудь другому посижу. Да заткнись! Я ради тебя сюда зашла. Ну ты Что я чмо, ну сказала? неинтересно. Блядь, вот пройдет, сука, живот, я тебя так выебу, Ой, блядь, блядь. ебешь говна моего, как Сейчас обычно. матка Будешь спускается, довольная нужно спустя. что-то теплое, нельзя. Нельзя теплое. Ах, я сейчас сознание потеряю, Спускается нахуй. мне. А я люблю матку. Сейчас бы полакомилась. Матка ко мне спускается. Во, сейчас как раз, блядь, поеду играть. Ну, мы поедем играть. И хотя бы боль притупится. Ой, блин, не могу. Писить хочу. В чем проблема? Тебя рядом нет. Вот это проблема, это жизненная нахуй, слышали, ребят? Что сегодня делала, рисовала опять? Хуйня Ну, страдала. работала, да. И сейчас до сих пор сижу. Заказчики заебали. Долго думающий. Долго играющий. Так. Что за хуйня? А, это ты? А твой что Нет, делает? нет. В игры играет. А, или видос смотрит какой-то. Что ты рисуешь? Ну, сейчас именно что я рисую. Сейчас я выгружаю работы. Ну, на таблетку все-таки надо пойти. А так все рисую. Что закажут, то и рисую. Всю визуальную часть нашего мира. Какого хрена? О, я нашла, Сонь, для тебя. Хочешь, я сейчас Это спасу маленькая. и сохраню это до нашего, ну, это, до нашей встречи. Хочешь? Это сли. Да, рюмочками так чокнемся, знаешь, как. Я поменяемся, я тебе, а ты мне так. Я тебе тоже в таком. Только это слишком маленький для меня размер. Очень маленький. Так, вот здесь тут ломится. Тамерлан. Мерланчик, опять ты. Так,
сейчас найду. Привет, красавица, жизнь. Блядь. Здорово. Здорово. Как ты? Да не шелести. Да тихо. Обычное действие, нервозность. А что там? Ты сама побочка. Чё? Это собака или кот? Это мышь. Ты про Соню сейчас? Это мышь, на. Ой, блядь. Откуда? О, кстати, болевой синдром. Вот, зубная боль, неврология, да? Ты... Ну, ага. Способ применения сейчас. Блядь, я вот не знаю. Болевой синдром слабой и умеренной выраженности, различного генеза. Головная боль, мигрень, зубная боль, неврология, миалгия, артралгия. Слушай, а если вот не написано, что примечных пить? Типа, ну, это не нужно пить или можно пить? Я хуй знаю. Если бейсболка... А что там написано? Ну, головная боль, зубная боль, ну вся боль вообще. А что за таблы? Это цитрамон. Цитрамон обычный. Нет, он не подходит. Нет? Нет. Нахуй тогда, блядь. Он тебе просто не поможет. Чё болит у тебя? Душа так болит, блядь. Я думал, что а у тебя что, нурофена нет никакого? Нет, у меня только ножка, которая нихуя не помогает. Ну, она не поможет, она слабая очень. Mm-hmm. А спазмолгон там какой-нибудь? Спазмолгон, по-моему, закончился. Я сейчас... Да ты нахуй сам, блядь, ебашь свои таблы, блядь. Ты понимаешь, что нет смысла кого-то подключать, потому что кто бы что ни пытался сказать, мы перебиваем, вообще не слышим. Да-да-да-да-да. Так. Тамерлан, тебе лучше писать, вот, потому что не получится, вероятно, что-то сказать. Ну-ка, сейчас. А супрастин от чего? Супрастин? Не то, да? Знакомый. Сейчас я почитаю. Что знакомое, да так, блядь. Да. Кто такой колюсь мой? Будик мой любимый. Трамона где-то. Я посмотрю. Что это? Блять, 1%, ёбаный брат. А, это от аллергии вообще. А, ну нет, у меня не точно нет. Сейчас быстро прям найду. Куча всякого говна, который вообще ни с чем. Согласна. Чё там есть? Да я экстрамон выпью. Но вообще он помогает при болях. У меня есть ещё анимесил. Но, ну, не знаю, поможет. Но на анимесил тоже помогает, по-моему. Хуя, всё, пошли на. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Блядь, тупая нахуй собака. Ты посмотрела? Что? Цитрамон? А, посмотри, не месил еще. Сейчас. Ебать, нихуя. Острые боли в спине, пояснице, болевой синдром в костно-мышечной системе, тяжелые травмы, растяжка связок, вывихи суставов. Ты ёбнулась. При менструальных болях. Не повезло мне с месячными, всегда по-разному, но болезненные. Немесил спасает в рабочие дни, как только месячные начнут выпивать один пакетик, и можно идти на работу с уверенностью, что в течение рабочего дня боли не будет. Можно.
Ну, это какая-то вот Bubblegum написала. Будем верить Bubblegum? А вот еще кто пил при месячных не сил? Ну-ка.